Канал «Марсианские хроники» представляет вам главные новости дня. Согласно новому исследованию, пироптоз, тип запрограммированной гибели клеток, связанный с инфекцией воспалительной реакцией, на самом деле можно остановить и контролировать. Ранее считалось, что этот процесс необратим. Ученые построили самую маленькую из когда-либо созданных антенн, всего 5 нанометров в длину. Она создана для того, чтобы собирать данные постоянно меняющихся белков. Хирурги из школы медицины и медицинского центра университета Мэриленда 7 января провели операцию, в ходе которой генетически модифицированное свиное сердце было пересажено человеку. В геном свиного сердца было внесено несколько генетических модификаций, чтобы избежать отторжения пересаживаемого органа со стороны иммунной системы человека. Ученые Лондонского университета и компании Paragraph разработали способ замены оксида индиолова в сенсорных экранах цифровых устройств графеном. Преимущество графена заключается в содержании большого количества углерода, отличных электрических, тепловых и механических свойствах.